Жители Каменки собирают деньги для Валерии Глижин. Напомним, накануне она спасла своего ребенка, но сама попала под колеса машины. Девочка выбежала на проезжую часть, мать успела ее оттянуть, а сама пострадала. У нее перелом ребер и рук. Сейчас она в Рыбницкой больнице, ее готовят к операции. А пока коллеги и ученики Валерии Глижин собирают деньги на реабилитацию. Она, по прогнозам врачей, продлится 3-4 месяца. Валерия Вадимовна Глижин работает в Катериновской средней школе уже 7 лет. Пришла она к нам еще будучи студентом. Сразу же буквально она завоевала доверие детей. Английский язык сразу стал любимым предметом в школе. Она сумела организовать внеклассную деятельность. В школу сразу начались звонки. Ольга Леонидовна, это так или что-то мы неправильно поняли? Чем мы можем помочь? А вы собираете деньги, мы тоже передадим. И даже те родители, дети, которых уже закончили школу, тоже обращались с этой просьбой. То есть это никого не оставило равнодушным. Помочь может каждый. На экране реквизиты мужа.